Наши встречи, как искры, летят, навсегда оставаясь в вечности. Не могу я согреться один, без тебя в огня бесконечности. Как прожить в этой жизни хоть миг, если нет в ней ни капли тебя, исчезает навечно весь мир, мое сердце болит, не любя. Я прощался с тобой лишь на час, на кусочки себя разорвал, и от грешной любви каждый раз по крупинкам себя создавал. Как же так пошутила судьба, нас рассыпав в осколках времен. Там, где ты, там любовь, там весна, там, где я, снегопад сединой. И нельзя нам никак уравнять величины вселенского времени, и мы можем с тобою блистать в переменных, запутанных временем. Для любви невозможного нет, она все и всегда побеждает, сама счастье создаст для твоих, даже там, где его не бывает. Май. Год 2019. Читал автор Александр Донецкий.